Центр по тестированию на коронавирус в Копенгагене разрушен в результате удара стихии. В выходные ураган Малик принес на север Европы сильный ветер и обильные осадки в виде дождя и снега. Несколько человек погибли из-за падения деревьев и тяжелых предметов. Непогода парализовала транспортное сообщение в целом ряде стран. В Эстонии специалисты в воскресенье устраняли последствия нескольких тысяч аварий на линиях электропередачи. Спасатели более сотни раз выезжали на помощь застрявшим в снегу автомобилистам. Когда стихия достигла Польши, то без электроснабжения в стране остались свыше 600 тысяч человек. Здесь спасателям пришлось вызволять людей из беды около 15 тысяч раз. Наиболее всего пострадали районы на побережье Балтийского моря. Сила урагана в горных районах на севере Чехии достигала 188 км в час. Завалы из выкорчеванных шквальным ветром деревьев остановили движение поездов. Десятки тысяч семей потеряли доступ к электроэнергии. Между тем, на север Европы надвигается шторм Кори, который может принести еще больше разрушений, в связи с чем правительства нескольких государств провели экстренные совещания и усилили меры безопасности.